называется «Мадонна в гроте». Все это описано в пещере в гроте, и через вот эти вот пространства грота виден опять пейзаж с водой Тосканы. Что изумляет в этой картине? То есть ты, когда останавливаешься возле этой картины, японцы мимо тебя пролетают, как пушечные ядра, а ты стоишь и смотришь вот эти совершенно ни с чем не сравнимые милые лица Леонардо. Когда смотришь на Мадонну и особенно смотришь на ангела Уриэля, то ты не можешь не признать, что это лица Леонардо да Винчи. А почему я с такой уверенностью это говорю? Ну откуда я знаю? Потому что автопортрет Леонардо, который знают все, изображает старенького дедушку. Но откуда я знаю, как выглядит Леонардо, почему я говорю, что ангел Уриэль – это практически автопортрет Леонардо. И иконописный лик Мадонны тоже в большой степени – это черты Леонардо. Почему я так говорю? Объясняю вам. Есть момент невероятный. Значит, когда Леонардо пришел учиться своему великому гениальному учителю, Андреа Вероккио, который был и скульптором, и живописцем, то Андреа Вероккио сделал две вещи, которые нам помогают теперь очень хорошо представить, а как выглядел Леонардо, когда он был молодым. Первое. Он сделал статую Давида с Леонардо. И если вы смотрите и наберете в интернете Андреа Вероккио, Давид, то вы практически видите Леонардо. Потому что и лицо Леонардо, и фигура его, абсолютно все это Леонардо. Это первое. Второе. Кто бывал во Флоренции, возможно, если вам повезло с гидом, вам гид мог показывать. В церкви Ор Сан Микеле в нише есть такая группа, такая композиция «Неверующий Фома». И один из персонажей этой группы – это Леонардо. Тоже Андреа Вероккио с Леонардо делал этого человека. То есть у нас есть две скульптуры, которые абсолютно, так сказать, повторяют, как выглядел молодой Леонардо. Но это не все. В Уффици есть картина, которая называется «Крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем». В этой картине, эту картину написал Андреа Вероккио, но он пригласил в эту картину своего юного ученика Леонардо да Винчи и сказал: «Я тебе разрешаю написать ангела в этой картине. И если хочешь, можешь сделать автопортрет». И ангел в картине «Крещение», которая в Уффици, это Леонардо да Винчи. Нам очень легко, потому что мы теперь вот знаем вот эти источники. Когда вы насмотритесь Леонардо, все, что я вам только что сказала, вы, конечно же, узнаете в Уриэле прекрасное лицо Леонардо да Винчи. Следующая картина, Антон. «Анна, Мария, младенец и Агнец». Такая пирамидальная композиция. «Анна, мать Марии». Мария, которая сидит у нее на коленях, держит в руках очень бережно Иисуса Христа, а Иисус Христос за ушки поддерживает Агнеца. Милота невероятная. Не говоря уже о том, что библейский сюжет ясно нам с вами говорит. Но кто Христос, мы понимаем, да? Мы понимаем Мария, его мама. Мы понимаем Анна, мама той, которая подарила миру Иисуса Христа. Но кто такой Агнец? Что думает? Агнец это кто? Кто такой Агнец? Кого за ушки треплет маленький Иисус Христос? Это овечка. Да, маленькая овечка. Маленький, малюсенький такой вот
барашек или овечка. Это все мы. Это все мы. Это мы с вами. Это мы с вами, потому что Агнец с точки зрения библейского сюжета, кого на заклание дают? Агнеца. Род человеческий. И вот эта вся история евангельская просматривается в этом сюжете совершенно изумительно. Как всегда у Леонардо, он пользовался таким приемом сфумато, это значит туман в переводе с итальянского. У него как бы все из тумана материализуются все фигуры, пейзаж. Сказать вам, что испытываешь культурный шок, это ничего не сказать. Я однажды видела, моя слушательница поехала вместе со мной в Вену и увидела картину Климта «Поцелуй». И у нее слезы текли неправдоподобно. Я никогда не видела таких слез. Вот просто вертикально из глаз текли, как у клоуна в цирке. То есть вот такое напряжение, такая эмоция у человека была от этой картины, что слезы просто брызгали из глаз. Вот я когда нахожусь возле этих картин Леонардо, которых я видела очень много раз, я понимаю, что можно не нести Джоконде, тем более, что я ее видела живьем без футляра, уже точно мне там смотреть особенно не надо. Но когда я вижу вот эти работы под обычным стеклом, подойти можно близко-близко, хоть носом ползай по этому стеклу. И ты видишь работу гения, эмоции просто невероятные. Я хочу вам сказать, вот каждый раз даже смакую какие-то вещи. Вернись, пожалуйста, к Мадонне в гроте. Вода и растения у воды и внутри воды написаны так, что ты ощущаешь, что вода мокрая. У тебя есть такое ощущение, даже телесное, что вода мокрая, можно прикоснуться, и у тебя мокрыми будут руки. Такая сумасшедшая достоверность, такое очарование.